Вполне возможно, что это последняя вершина в моем сегодняшнем путешествии. Она имеет такую вот сумасшедшую форму, вся испещренная чем-то, кем-то, я не знаю. Надо очень аккуратно двигаться. Вот, но очень круто на самом деле. Вот, вокруг меня все пики, да, самые высокие из них по-прежнему скрыты облаками. Соответственно, пришли мы где-то вот оттуда. Примерно оттуда, где-то там вот наш находится черный верх, черная вершина. Видим, что там за грядой чуть просвечивает, вероятно, там погода получше, то есть все-таки горы, они сдерживают облака и всю с этим связанную погоду. Вот. Так что продолжаем наш путь.